вами Светлана Алекс, и вы на канале сладости из Европы iSweets. И сегодня я вам покажу Милка Чокомикс Орео. Ассорти из мини-печенюшек Орео, шоколадных капель Милка и шоколадного драже в цветной глазури. Ями! Похожего на большой ММДЭМС. Страна-производителей Германии. И давайте посмотрим поближе на нашу красотулечку. Итак, вот так наше чудо выглядит вблизи. Мне безумно нравится дизайн. И вот таких штучек я не видела даже на картинках. Поэтому очень хочется попробовать. Давайте же откроем. Открываем по специальному пунктиру. Оп! Так, что я вижу? Специальную наклейку, который, я так думаю, потом можно будет закрыть нашу упаковку, что безумно круто, потому что она сохранит свои, так скажем, свежие качества. И давайте посмотрим, что внутри. Божечки, это кто у нас такой маленький? Ребята, ну вы только посмотрите на эту маленькую печеньку Орео, господи, она прекрасна. Также мы тут видим драже в цветной глазури, вот она. Действительно очень похожа на большой ММДЭМС. А вот и наша шоколадная капелька Милка. Давайте сначала попробуем шоколадную капельку. Прям тает во рту. Так, теперь недолго задерживаюсь в нашей драже. Ну это что-то космическое, очень здорово. Очень. Ну и нашу малюсенькую печеньку Орео. Ну и что, я могу сказать, что это просто потрясающий наборчик. Самое прикольное, что данную упаковочку можно закрыть, если мы не доели сразу, и оставить на потом. Ну на этом и все. Я точно ставлю этой штучке 5 из 5. Это просто потрясающая вещь и очень-очень вкусная, и главное, разнообразная. Ну что, вот и все. На этом наш обзор закончен. И с вами была Светлана Алекс. Подписывайтесь под мой канал, подписывайтесь под наш канал. И также переходите в нашу группу. Там вы сможете найти все сладости в наличии или под заказ. До скорой встречи. Пока!